Політика.UA в ефірі парламентського. Я радий вітати усіх наших глядачів. Далі про підсумки чергового пленарного тижня роботи парламенту говоримо із гостем нашої студії. Отже, у студії співголова депутатської фракції «Опозиційний блок», народний депутат України Олександр Вілкул. Олександр Юрійовичу, я вас вітаю. Добрий день. Отже, дозвольте розпочати із питання, яке стосується вас особисто, а також двох ваших колег по фракції «Опозиційний блок». Як ви оцінюєте зацікавленість вами Генеральної прокуратури і відповідні подання до Верховної Ради? Ну, я это оцениваю так, как оно и есть. Полгода до выборов президента началась зачистка оппозиционного поля. Вот уже почти 5 лет проверили там всю мою деятельность, деятельность моих родственников, каждую мою подпись под микроскопом. И ничего не нашли. И вот сейчас вытянули какую-то мою подпись за 2011 год. И, цей документ мав місце насправді? І пытаются сфальсифицировать на нем дело. Давайте я сейчас не буду в деталях вдаваться, о чем там идет речь. Поверьте, это будет не минута славы Генеральной прокуратуры, это будет минута позора. И исполнители, и заказчиков. В понедельник будет комитет. Комитет будет в 14:00. Я надеюсь, этот комитет будет транслироваться и эфирах определенных телеканалов. Может, если будут ваш транслировать, буду благодарен, это все-таки будут в стенах Верховной Рады, будут транслироваться у меня на Фейсбуке. И поверьте, там будут даны все ответы грубые фальсификаторам. Это зачистка оппозиционного поля среди тех людей, чистят тех людей, которые не хотят договариваться, которые не хотят голосовать как надо этой власти, которые не хотят координировать свои действия на выборах. Я точно этого делать не буду, точно. Чи є у вас прогноз стосовно рішення регламентного комітету? Чи буде винесене подання на розгляд сесійної зали? Я думаю, що на розгляд сесійної зали буде в будь-якому випадку подання винесено. Тому що хоч вони приймуть положительне рішення, хоч вони приймуть отрицательне рішення, в итоге все одно визначається зал. Какое это будет решение, не знаю, преобладает ли политическая целесообразность, потому что очень часто депутаты там голосуют по команде с Банковой, с Кабмина, от своих спонсоров. Но то, что будет представлено в понедельник, оно рассчитано, наверное, там даже не на депутатов, а на болванчиков таких. Да? То есть я надеюсь, что все-таки члены регламентного комитета и народные депутаты Украины в зале – это ну, не болванчики. Пане Олександре, але цього тижня Верховна Рада приймала рішення по одному із подань. На вашого колега, депутата Сергія Дунаєва, не підтримали депутати це подання. Що скажете про такі результати? Не підтримали. Причому із необхідних 226 голосів було 125. Ну, тому що була чітко видна немотивованість, незаконність і несостоятельність цього подання. Давайте згадаємо і за інші рішення парламенту, тим більше, що цього тижня їх було багато. Деякі з них були особливо резонансні, такі як, приміром, перше читання закону про державну мову. Я процитую вас, ви виступали від фракції «Опозиційний блок» з трибуни, сказали, що цього не можна робити, адже закон суперечить і принципам Європейського Союзу, і навіть програмі нашої співпраці з Альянсом НАТО. На що конкретно ви посилались у цьому висловлюванні? У нас люди дуже добре знають, что когда поднимают вопрос о языке, то жди беды и жди выборов. Вот сейчас, если бы власть у нас была дееспособная, хотела и умела работать, они бы говорили про пенсии, про зарплаты, про рабочие места, про снижение коммунальных тарифов. Они не умеют работать и не хотят работать. А у власти остаться очень хочется на следующий срок. Поэтому и вытягивают вот эти вопросы манипуляционные, которые раскалывают общество. Дергают за ниточки. Вот вопрос языка, вопрос религии, вопрос отношения к истории. Начинают дергать за ниточки и манипулировать. Почему я сказал то, что это противоречит всему на свете, что может противоречить? Нам же кричат постоянно, что Украина – это Европа. Вы же в курсе дела, да? Каждое выступление депутата – Украина – это Европа. Ну, все понятно. Так вот. Европейский подход к решению языковой проблемы как раз я поддерживаю, считаю его правильным, потому что Европа же она тоже очень пестрая, больше 100 национальностей, там сотни языков, они воевали с друг с другом сотни лет, нашли какую-то модель, в которой уживаются. Модель эта выглядит следующим образом, это европейская хартия, которую Украина обязалась у себя использовать, тем более, что парламент ее имплементировал. Это если на какой-то территории 10 или более процентов людей говорит на языке, отличном от государственного, он может применяться во всех сферах жизни общества. Точка. Это модель очень простая, которая является очень эффективной во всей Европе. Потому этот закон о мовах, да, который они приняли в первом чтении, я голосовал против красной кнопкой, противоречит
Европейским хартиям, Европейским законам, Конституцией Украины, статья 10, высновкам Венецианской комиссии декабря 2017 года, которой Венецианская комиссия сделала по причине закона об образовании, этой реформы так называемой, да, эксперимента очередного по образованию. И даже я против НАТО. Я считаю, что Украина должна быть нейтральная. Но есть там какая-то программа співпраці под эгидой президента, и там в этой программе співпраці четко написаны вопросы соблюдения прав, языков, национальных меньшинств. Потому они сами себе противоречат. Они все никак не могут определиться. Они кричат про Европу, потому что это картинка красивая для избирателя. Ну, в очередной раз обмануть избирателя. На самом деле идут все ближе и ближе к Северной Корее. Они хотят ввести какой-то стандарт справжнего украинча, по их мнению, который должен читать одни книги, слушать одни песни, смотреть одни телеканалы, ходить в одинаковой одежде, говорить только на одном языке, еще и желательно голосовать за одну политическую партию. Пане Олександре, але для меня украинец каждый, кто связывает свое будущее с нашей стороной. Мне все равно, как он говорит языке, в какую он церковь входит, и даже какой национальности, все равно. Сила в этом была всегда наша. А вот эта моноэтническая политика, ну, это катастрофа, это похоже на Європу, на Германію 30-х годів прошлого століття. Пане Олександре, але нас переконують, що закон не про те, про що ви говорите, він виключно про державну мову, про українську, і такі закони є і у Польщі, і у Угорщині, і навіть в Російській Федерації, а питання мов національних меншин, про які ви говорите, вони будуть винесені за дужки, будуть розглянуті чи врегульовані в іншому законі. Ну, ви шутите? Це ви продовжуєте використовувати терміни цих непонятних людей, які просто здіваються, ворують, грабять нашу страну и пытаются из нее сделать аграрное ГМО государство 15-миллионное с проданной землей и нищими людьми, которые ходят в одной одежде, говорят на одном языке и голосуют за одну партию. Это их мечта. На самом деле там написано, что государственный язык применяется исключительно не только в государственной службе и в местном самоуправлении, но и в медицине, и в образовании, и в культуре, и в обслуживании. Обслуживание, я вам обращу внимание, обслуживание — это и магазины, обслуживание — это и там сантехники, и электрики, обслуживание — и ЖЭКи. То есть практически везде. То есть языки национальных меньшинств могут использоваться в быту. Что такое в быту? Ну, на кухнях. Они же не могут проконтролировать, на каком языке разговаривают. Потому на кухнях они разрешили. И в религии, то есть в религиозных обрядах тоже можно. Они там в первой редакции вообще были мовные инспектора, да, которые такие стукачи, ходят, подглядывают. Убрали мовных инспекторов, потому что это, ну, как-то совсем уж дико выглядело. Да, это как написало одно издание, шпрехенфюреры. Да? Но есть другое. Оставили уполномоченных по языку. То есть убрали мовных инспекторов, сделали уполномоченных по языку и оставили штрафы. И оставили даже уголовную ответственность. В тюрьму можно сесть. Нянечка в садике что-то сказала родителям на каком-то языке. Венгерском, румынском, русском. Или доктор сказал пациенту. Штраф, сразу штраф. На вашу думку, а в худшем случае в тюрьму можно пойти. На вашу думку, институт уповноваженного может стать каральным органом? Ну, если там штрафы и уголовные дела. Ну, конечно. Ну, штрафы есть в этом законе? Есть штрафы. Есть штрафы. И криминальная ответственность. А криминальная ответственность. На тюрьму можно сесть? За поплюження і стосовно державного символу слово, українського. Слово поплюження – це настільки розмите поняття, що таке поплюження. От, не знаю. Чи приниження. Ну, в якоїсь бредовій фантазії можу зараз сказати, що із-за того, що я зараз говорю на русскому, це я теж принижую. Ну, це ж дуже розмите. Ну, якщо є санкції, то, відповідно, є і механізми їх наложення і виконання. Ну, будемо сподіватися, що це лише перше читання, і до другого ці норми контроверсійні, вони будуть якимось чином врегульовані. Хотілося б згадати з вами і про інші рішення парламенту. Ще один резонанс – це звернення до відповідних органів, зокрема, до Ради національної безпеки і оборони, щодо санкцій по відношенню до двох загальнонаціональних телеканалів. Ви вже зареєстрували постанову про скасування цього рішення. Яка ваша аргументація? Давайте по формі і по суті. Коли було прийнято це рішення, це постанова Верховної Ради о введенні цензури в 21 веке, в європейській країні, хоча такого навіть немає вже в азіатських і в африканських країнах. Тобто ви це вважаєте цензурою? Ну, звісно, цензура, ну, закриття телеканалу. Ну, п'ятий канал ж не закривали там, в страшні времена прошлої власті. Ну, в кавичках страшні. І там 24 канал не закривали. Нічого не закривали. Не было никогда в стране такой практики, я не знаю такой практики ни в одной стране, даже не европейской, а какой-то там африканской. Да. Я сразу со своим коллегой, кстати, Нестором Шуфричем, зарегистрировал постанову, которая отменяет эту постанову.
По форме она зарегистрирована по трем причинам. Первое. Ту постанову про цензуру должен был, во-первых, вносить комитет, а ее вносили депутаты. Второе. Если у кого-то из депутатов были возражения, ее нельзя было принимать во втором чтении. Очевидно, возражения были у нас, мы голосовали красными кнопками, а они проголосовали ее в целому. И третье – это кнопкодавство. То есть там было такое крепкое кнопкодавство. Все снято на видео, все є в секретаріаті Верховної Ради. Тобто претензії по процедурі. Тобто по формі, это процедурные претензии. Но по сути это не это. То есть я четко понимаю, что наша постанова не наберет 226 голосов. Почему? Потому что должны будут проголосовать те же народные депутаты, которые до этого проголосовали за цензуру. А голосовали они по команде. Стыдно, прятали очи, как у сирка, и голосовали. Но что это дает? Это дает то, что Паруби не может сейчас в течение 10 дней, пока не проголосована наша постанова, подписывать вот ту цензурную. То есть телеканалы 112, News One, все журналистское сообщество Украины получило по большому счету 10-дневную передышку. То есть эти каналы эти 10 дней не отключат. За эти 10 дней есть возможность работать с международным сообществом, с иностранными послами. Я вам скажу, как бы кто ни поддерживал Украину и как бы там какая страна там не управляла сегодня страной. То есть такие моменты, как цензура, это неприемлемо, они сами будут против, я в этом уверен. И плюс объяснить всему украинскому обществу. Кстати, я считаю, что журналистское сообщество должно очень сильно выступить на эту тему. Вы же журналист? Журналист. Вам нравится цензура? Наверное, не нравится. Пан Александр. То есть я считаю, что все должны выступить. Потому мы дали 10-дневную передышку для того, чтобы бороться с цензурой и для того, чтобы не дать власти отключить два самих рейтингових інформаційних телеканалів. Ви говорите про доволі жорсткі санкції, такі як закриття телеканалів, але постанова Верховної Ради – це ж не санкція, це лише звернення до РНБО з вимогою відреагувати. Це не санкція, це процедура. Це процедура, спочатку рішення Верховної Ради. Ну, тобто, зараз, по суті, телеканал може закрити тільки суд. Суд – це довго. Первая инстанция, вторая инстанция, можно РНБО, делать, ЧСБУ, можно, Майк, делать можно делать ходатайство, можно делать экспертизы и так далее. То есть сейчас как бы введена уже новая, то есть этим голосованием, то есть создана новый механизм закрытия телеканала. Раньше это было через суд, а сейчас Верховная Рада отдала РНБО. Что такое РНБО? Это орган президента. Если проголосовала Верховная Рада, фракция БПП, Петр Алексеевич имеет к этому отношение? Ну, очевидно, имеет. Но его же фракция проголосовала. Ха, одной подписью закрыли и все. Вот есть 10... То есть, да, открыли ворота для того, чтобы это сделала РНБО. Но не имеет значения, это уже процедурная вещь. Поэтому мы дали 10-дневную передышку. Да, есть, у каналов есть 10 дней, чтобы бороться. У журналистского сообщества 10 дней, чтобы бороться. Смотрите, завтра вас будут закрывать, завтра вас будут выгонять. Я бы на вашем месте тоже четко аргументированно высказал свое мнение. Чи вважаєте ви, що якимось чином має відреагувати основний регулятор у цій сфері, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення? Та ну не существует регуляторов, не существует Нацрад. Как сказали, так они и делают. Вот. Не голосует фракция БПП без команды с Банковой. Так же сама Нацрада принимает решения по команде с Банковой. Этого все не существует. Этих органов нет. Эти органы выполняют просто принятое решение. Как они там это обоснуют, не имеет значения, это никому не интересно. Ну, будем відстежувати цю ситуацию, адже дійсно ви говорите, що журналістська спільнота певно, що не залишить цю ситуацію без уваги. Давайте згадаємо ще одне рішення парламенту, воно також було резонансним, але по суті це була технічна пролонгація дії так званого закону про особливий статус Донбасу. Що скажете про це рішення? Ну, звісно, я за це голосував. Цей закон не працює. На самом деле, потому что он заработает после того, как начнется реинтеграция. Чи вірите ви в те, що він запрацює? Этих республик, да, молодых. Ну, это горе, да, псевдореспублик. Так вот, речь же о другом. Речь идет о том, что это закон, хоть он не рабочий, он дает надежду на мир. То есть мы голосуем за все, что дает мир, или хотя бы надежду на мир. Поэтому мы за это голосовали. То есть он не заработает сам по себе, он заработает только
в контексте выполнения Минских соглашений, которые не хочет выполнять никакая из сторон, и наша власть тоже не хочет, чтобы война закончилась. Идея с миротворцами ООН, яку ви також підтримуєте, чи бачите ви сьогодні якусь перспективу, якісь часові конкретні рамки, коли вона може бути реалізована? Ну, конечно, я ее поддерживаю. Я ее первый вообще высказал зимой с 2014 на 2015 год с трибуны парламента. Тогда меня никто не поддержал. Все кричали, что хотят воевать до последнего украинца. Но слава богу, что сейчас поддерживают. Вопрос емкий. Кто главный незаинтересованный в том, что закончилась война? Конечно, наша власть. Потому что она на войне как-то пытается поддерживать свои рейтинги чуть-чуть выше плинтуса. И что греха таить? Как бы цинично ни звучало, слишком много людей во власти научились на войне зарабатывать. Что должна сделать нормальная власть? Это уже не сделает. Я думаю, это полгода нам осталось ждать. Сделает следующее. Провести прямые переговоры с Америкой. Провести прямые переговоры с Россией, то, что сейчас не делается. Потому что в Совбезе ООН каждая из этих стран или их союзников может иметь право вето, иметь возможность заблокировать. Договориться только с русскими — заблокируют американцы. Договориться только с американцами — заблокируют русские. Ну, прямая переговорная позиция. Але в трикутнику с Украиной, так? Ну, сегодня же нету трикутника. Сегодня встречаются там Волкер с Сурковым, Путин с Трампом, и все думают, что они об Украине разговаривают. Об Украине могут думать только украинцы на самом деле. То есть Украина обязательно, как челночная дипломатия, помните, был такой термин, с одними поговорить, с другими сблизить позиции. И план такой, конечно, перед миротворцы первым делом. Те, кто считает, я знаю, есть люди, которые считают, что не надо миротворцев вводить, считаю неправильно, или с одной стороны, выскочить 10 там, пьяных или обкуренных идиотов с автоматами, или с другой стороны такие же выскочат, не имеет значения. И в итоге на этом весь мир закончится. Должен быть этап демилитаризации, должен быть этап разоружения, и для этого, безусловно, нужны миротворцы. Временная администрация под эгидой ООН, выборы по украинским законам с участием украинских политических партий, реинтеграция. План понятен, при этой власти он не реализуем. Пане Олександре, ну і кілька хвилин до завершення. Хотілося б присвятити бюджетному процесу. Цього тижня завершився термін подачі депутатських пропозицій і зауважень. Чи встигли ви подати свої зауваження до урядового бюджету? А що говорити про бюджет? Середня, вірніше, мінімальна пенсія увеличується на 4 гривні в день. Мінімальна зарплата увеличується на 15 гривень в день. Это копейки, которые давным-давно уже съела инфляция. Есть шанс еще до другого читания. И будет дальше съедать. Они увеличивают расходы на генпрокуратуру, на полицию, снижают людям одновременно субсидии. Конечно, мы подали такие изменения в бюджете, что фактически это новый бюджет. Это и доходная часть, это и расходная часть, увеличение субсидий людям, возобновление льгот. Кстати, мы же выиграли Конституционный суд, все равно чернобыльцам не хотят и выплаты, и льготы восстанавливать. Полностью антизаконна власть. До речи, в наступном бюджете это питание має бути обов'язково враховано? Ну, конечно. Ну, здесь, ну, власть проиграла Конституционный суд. То есть отменил закон, то есть ихний закон отменил Конституционный суд. Они просто, ну, вопреки всем законам, но не отвечать еще за это будут. Просто не платят чернобыльцам то, что им причитается. Вопреки всем законам, вопреки логике, здравому смыслу, вопреки вообще всему на свете. То есть, конечно, мы увеличение субсидий, то есть, конечно, мы подали полностью стройную доходную и расходную часть бюджета в таком варианте, в котором страна может выжить, люди выжить, ну, и начать потихоньку развиваться. Про ціни на газ для населення ви у своєму проєкті бюджету згадуєте? Чи можна було уникнути підвищення? На яке, до речі, уряд поки що не пішов. Ну, уряд уже пішов на підвищення для промисловості, во-первых. Ну, уже $500 газ для промышленности. А $500 газ для промышленности люди это ощутят в каждой буханке хлеба и в каждом куске там, колбасы, в любом продукте, потому что там есть себестоимость газа. Для населения, ну, у нас себестоимость украинского газа, который добывает украинская газовая компания. Это некие олигархи, да, это государственная. Надо же принадлежать народу, согласно Конституции. Государственная корпорация Укргазвидобывания, которая тоже принадлежит народу, добавляет 15 миллиардов кубов. Население Украины тратит 15 миллиардов кубов. То есть общий сопоставимый объем и все сопоставимо. Ну, до 2000 гривен максимальная себестоимость этого газа. Продают 14 тысяч. Так вам уже по 7 продают. Вам уже ее продают по 7. Куда девается разница между двумя и семью? Хотят продавать по 11. То есть снизить цены на газ и снизить цены на тепло абсолютно реально. Это вообще никакой не популизм. Скажите, коррупция есть в газовой сфере? И чьи его на самом на разнице у этой цены? Ну а если продают себестоимость 2, а продают по 7 сегодня, то кто есть? Куда девается разница?
По карманам девается разница. А «Нафтогаз»? «Нафтогаз» — предприятие спекулянт. Оно же ничего не производит. Оно, покупая дешевле, продает дороже. 1 500 000 000 долларов прибыли, какие-то катастрофические деньги. Зарплаты миллионные, премию выплатили сами себе несколько человек, 1 200 000 000. Есть коррупция или нет? Відповідь, певно, що кожен може зробити сам. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Будемо стежити за роботою регламентного комітету, який розглядатиме наступного тижня подання на вас. Всіх приглашаю смотреть на моєму Фейсбуці пряму трансляцію по телевиденню в понедельник в 14:00. Олександр Юрійович Вілкул, співголова депутатської фракції «Опозиційний блок», був гостем студії парламентського. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.